Внезапно вернувшееся лето порвало. А? Палка? Не, старая. Это... Старый. Изменила график. То, что мы закрыли сезон, оказывается, это был не закрытый сезон, это было издевательство над закрытием сезона. Смотрите-ка, роскошная погода. Вот Сергей. Сергей Ястребов. Гроза Коршунов и Орлов. Рома к нам пришел сегодня в неурочное время. Сколько у нас? 3 часа, 4 часа, 20 какое-то первое число. И он устроит нам маленький бенефис. Порадовать всех надо. Андрей здесь, Вика здесь. Таня здесь, Борис Николаевич, я вам еще Шон Пен забыл, Шон здесь, Святослав Ярославович Васильевич, Борис Николаевич, Людмила Андрей, второй Андрей и третий Андрей. Да, вот сейчас у нас устроит маленький бенефис, мы по сету сыграют, все сыграют. И Миронов Саша сыграет, и Андрей Пропер сыграет, и Игорь сыграет, и Сергей. А что, вы парами решили? А, пока мы хотели это, сделать бенефис одного игрока, а они решили парами. Ну пусть играют парами, мы разве против, что ли? Мы только за красивый, мощный, радостный. Вот Андрей машет ручкой. Золотая осень. Что-то похоже, что первый раз. Ой, что это? Вроде ничего не делал страшно. Нет, я вчера так же столько делал. Сколько она промачивалась против? Хуже не было никак. Давайте отойдем. Да ладно, вы мне не мешаете. Наоборот, хорошо. Ну, если можно, конечно, то, конечно, проходите. А так, наоборот, колорит жизни. Я заглушу, я голоса потом. Да, поехали. Так. А, они бегать далеко не будут, парами будут играть, поэтому можно поближе чуть-чуть. Сейчас я здесь чуть-чуть поднастрою. Так. Игорь. Да, готовьте пары. 0-1. 1-1, а пока я тут крутил-вертел. Пусть нас увидит Голливуд. Наша подача. А пусть они... Они скоро играют. 1-2. Вот что это такое непонятно. Он как будто блин какой-то переворачивал, неудачно положил на тарелку. 3-1. Я перебрал. Да, игрушка. 3-2. Попал, не попал? 3-4. Нет, 4-4, а 1-1. Что ты будешь делать, да? 5-3. 5-4. 5-4. Не добежал Сергей, так замечательно вернул. 4-6. Нина появилась, все нормально. Фантастика, как прям в воскресенье как будто. Смотрите, сколько народу. И из Истера приехал Михаил, и там Вика на последнем столе. Я 5 очков проиграл. 5-6. Нормально. Все, по-моему, ждут. Линель, обломайся. 6-6. Да. Погода меньше. А у вас переход? А, я же по-нормальнее играю. Я чувствую, что я не такой.
7-6. Две подачи, два очка, 6-8. 7-8, хорошо было, нормально, да. Раскатываем левую руку. Контент понятно. Обязательно. Твою мать, ну что ж такое? Ну ты уже. 7-9, да? Да, 9-7. 9-7. 9-7. Да. А ты на работе должен быть. 9-8. Нет, я вчера был. А, у тебя там. 2-2, как я. 8-10. Так, 1-0 по сетам. До трех. До трех побед. Вы давайте поактивнее, поэкспрессивнее, побольше фейерверков, взрывов, разворотов. А то я уже Бернадет Шот начинаю в шортах показывать. Ничего, что за организация? Вот, вот, хорошо, хорошо. А то какими-то зарубежными звездами заполняем контент. Хорошо. Что, 1-1 или 2-0? Нет, давай что-то ударим. И падай, когда я на тебя задерусь. 1-1? 0-2. 0-2. И вас падает. 2-0. Сетка. Сетка. Мастер по сеткам. 2-1. Два мастера по сеткам. Да вот это блестяще. Контент есть. Игорь делает все, чтобы нам не было скучно. 2-2. Это... Да, нервничают, нервничают соперники. 3-3. Ну, сетка, я говорю, это два специалиста по сеткам. Вот это, по-моему, сказал, или такая подача? Подача такая. Во. Вот, так. Игорь замечательно делает разворот на 360 градусов, правда, без мяча. Вот это да, это хорошо. Вот это... Скучали мы поэтому. 4-4? 4-5. Вот. Ну, наконец-то. Это верю, что лето на дворе. 6-4. 7-4. Сергей недоволен собой. 4-8. Да, Сергей, что-то сломалось. 4-9. Юли не хватает. 8-5. Я нашел болевую точку. 8-5. Ну все. Сетки. 9-5. Так, это 6-10? О-о-о, смотрим. А бегать кто будет? Андрей, просыпайтесь. Я понимаю, что вчера было тяжелое воскресенье. И без меня. Да. 0-2-0-0. 2-0. Так. 2-0-0-0. Ну это прям вот. Да, будем считать, что мокро под ногами.
Попал, не попал? Конечно, попал. За спиной Андрея не видно, но 0-2. Ноль три. Хорошо, Сергей, отлично. Я пока нахваливал. 3-1. 3-1. Ой, попал. Ну все, Сергей возродился. 3-2. Какая подача. Даже я не взял бы такую. Не настанет. Красиво зашел. Все. Ну, сетка высокая. Я потерял счет цифрам. 5-3. 6-3. Ох, хорошо, хорошо. Подождал, засеменил, подровнял и провел. 3-7. 3-8. Я уже ринулся вниз, думаю, что мне отскакивает. Игорь хотел помочь в трудную минуту, но не понадобилась его помощь. 9-3. 9-4. Вот помог. 9-4. И 5-9. Правильно. Зачем тратить свои силы? 6-9. Игорь стремительно сокращает разрыв. Хорошая подача. 9-7. И 9-8. Да. 8-10. Матчпоинт. Это не так дело. Привет, как дела? Отлично. Да, да, 3-0. Замечательная игра. Все бодрые, свежие. Так, а я предлагаю Нина, Таня, вы в пару сыграли бы против них. Ну, сейчас подберем еще какую-нибудь, но я с ними поговорю.